Машунь, можешь открывать. Это же Kinder Surprise, какие-то пакетики с такими конфетками. Так, для начала давай посмотрим, как эти Kinder Surprise называются. Это из какой серии? Из мультика «Фиксики». У нас сегодня киндеры с фиксиками, Симка, Нолик и Папус. Это здесь их... у нас Симка и Нолик. И здесь у нас Вилка и Фая. Еще у нас такие конфетки светящиеся. Мы их сейчас откроем и посмотрим, как они светятся. Синяя, оранжевая с сердечком и розовая. Машунь, давай откроем. Там оранжевая капсула. Здесь у нас Мася. Это Мася, мама Симки и Нолика. Это их мама. Такая она. Видите, сзади у нее как шестеренка большая на спинке нарисована. И она показывает что-то большое руками. Ребят, смотрите, Мася прыгает на яичке. Класс. Так, вот она, это Мася. Вот. У нас написано это на вкладыше. И вот такая серия с фиксиками. Тут все герои из фиксиков, которые могут попадаться. Следующее яйцо у нас с Симкой и Ноликом. Ой, чпоки пополам. Ой, прилипло. Это у нас тут Папус. Он собивается, а Мася, она не собивается. Это самый главный из фиксиков. Он разбирается во всей технике и дает поучительные уроки. Вот такой у нас вкладыш с Папусом. Он классный, моего любимого зеленого цвета. Последнее у нас тут яйцо, и потом будем открывать игрушки светящиеся. Уже не фиксик, а что тут у нас типа за ним вкладыш? Я думаю, что это самокат. Да, точно. Я угадала. Самокат. И здесь схема, как он собирается. Это пальчиковый самокат. Видите, для пальчиков. Он из трех частей. Маша его сейчас соберет. Ага. Вот, они тут бывают разных цветов. Желтый, голубой, фиолетовый и оранжевый. Вот такие самокаты здесь бывают. Это серия Go Move. Вот такой мы самокатик собрали. И наклейки. Кстати, тут есть еще вот такие наклейки. Маша сейчас их наклеит. Угу. Вот самокат с такими класснячими вообще наклеечками. Будет очень модный. Нам никогда такой. Не попадался. Мне только попадался велосипедист. А по инструкции глянь. Да не надо, я уже и так поняла. Молодец, Машуня. Я же просто по размеру поняла. И последняя, самая большая наклейка. Вообще, такие сегодня бомбейские игрушки там попадаются. Я в шоке. Мне больше всего тут нравится этот самокат, потому что там попадался только велосипед. Вон, посмотрите, Маша наклеила наклеечки. Тут и вся коллекция. Ну такой четкий самокат вообще. Маша, умничка, ты четко все наклеила. А посмотри, все правильно. Тут и вся коллекция. Вот, и вот так вот им катаются. Маша сейчас покажет. У меня пальчик не просовывается, но детский пальчик сюда поместится. Вот. И, ну, смотрите, сразу отмечу, колесико здесь не поворачивается, руль можно только чуть-чуть вот так вот поворачивать, и самокат можно наклонять. То есть не секрет, если руль не поворачивается, то управлять можно с помощью наклона. В какую сторону наклоняешь, в такую сторону и поворачиваешь. Держи, Машунь, покажи, как ты им будешь управляться. А теперь
обычно открою, вот эти вот конфетки какие-то. Первую Маша откроет. Вот такая конфетка называется «Сладкий самолет». Она должна еще светиться. Они твердые, Лена. Тут такая вот конфетка. А ну-ка, давай поближе я посмотрю, покажу всем. Вот, ребята, вот такая конфетка с сосательным самолетиком. Вот, если нажать вот так кнопочку, смотрите, видите, она светится красным. А мы выключили дополнительный свет. Вот, смотрите, видите, она светится таким вот ярко-красным светом. Это сейчас будет такая... Тут я уже вижу, это будет сердечко. Оно реально то же самое. Конфетка, только это уже я видела. Покажи. Вкусно пахнет зато. Ой, открыла. Итак, это точно такая же конфетка. Эта конфетка у нас первая была в форме самолетика, а это в форме сердечка. Вот. А подсветка у нее будет, да, тоже красного цвета. И она со свисточком. Теперь у нас розовая конфетка. Это у нас тут поцелуй. В форме губок. Точно такая же конфетка, но в форме губ. Тоже светится красненьким. И тоже со свистулькой. Вот такая конфетка. Нам попалась Мася. Нам попался Папус. Нам попался самокат. Нам попались... конфетки в форме губок, самолетика и сердечка. Они еще светятся и свистят. Если вам понравятся эти игрушки, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Особенно нашу. Пока-пока.